Все, как бы. У меня открыт балкон, если что, я буду кричать в окно. А высокий этаж? Третий? Ну, прыгать будет больно. А снег растаял, да-да-да. Снег растаял, отопление не отключили, да? Кстати, надо посмотреть, действительно. По-моему, уже слабо. Ну, не знаю, сейчас не смотрел, но утром было прям печка. У меня в квартире вроде так уже слабенько, а вот в доме, в частном, так сказать, ну, который городской системе отопления подключен, там вообще просто от таз я туда зашел, в баню попал. Я что-то с улицы вечером пришел, охренел, как тепло. Просто люто. На улице так хорошо, да. Прохладненько, а тут такая парилка, блин. Поехали. Ну, тут мы не должны умереть. Четвертое всего. Ну да. Чуть больше. Мне не нравится был. Здесь, что лута не дают почти никакого. В плане прям шмоток. По одной за миссию, это шутка какая-то. А здесь же еще очень подлая система крафта, ужасно плохая. Да, есть такое. Там самое главное, что перероливание вот этих вот всяких приколов. У тебя надо 4 вещи переролить, а доступно 2 модификатора всего. И делай что с этим, что хочешь. Так, это неприятно. А еще пойди найди нужный баф, который нужно найти именно на такой же шмотке. На другой такой же баф тебе не подойдет. Не, ты найди именно на этой. Не, ну там есть перекрестные. Но да. Не знаю, я находил точно такой, какой мне нужен. Я погуглил, что мне подходит. Находил на другой шмотке, а не, она не появилась в списке. Иди ты нафиг. Это называется прям так. Просто потому что причина. Играйте больше в нашу чудесную игру. И красных шмоток тут нет. Я вот с этого, конечно, выпал. Тут есть вот эти полосочки же с процентами на каждом оружии. И если открыть подробно, я не знаю, открывали, не открывали, там на вилле как-то может открывается. Там указан рендж, максимальный и минимальный, как бы может быть на этом статье конкретно. И вот нифига, максимальный никак не получить, потому что предел 80. А показывает типа на 100, которого нет. Теоретически. Ну да, только пока это недоступно никак. Максимальный ролл это 80. Кто-то мне как штопнул. А меня собака ест. Грабитель. Погодите, пожалуйста. Я помню. Скиньте, пожалуйста, собаку с меня. А ты сверху, бегу, бегу, бегу. Она меня съел уже наполовину даже. Видимо, очень вкусный. Господи. Это дышит не демон хост? Нет. Она вроде разговорчивая дама. Все, приехали, поехали. Фикс. Я патрончики брал. Нас лифт ждет. Теперь у меня все в отличном фильтре. Теперь я тоже ничего не вижу. Здорово. Вроде не умирала, а как будто бы умер. Да, да, засветочка такая. Неприятно. Говорят, что в инвизи у солдата похожая какая-то. Не понял, честно говоря, что за засветка у вас была, вроде все нормально видно. И это когда у тебя остается меньше, чем нападение. А, понял. Ну, я не падал, но сбил у меня так много, что считай падал. Засветочка у меня теперь есть. Ой-ой-ой, сеточка. Вот.
взял, дурак. Он же не доделал. Блин, там труп, но у него бах рагдола, я подумал, что он живой. А здесь бочки нельзя поднимать, как верно, да? Нет. Можешь только их пахнуть. А гранаты Friendly Fire не наносят? Не-не-не. А, отлично. Здесь он как класс выкидывает. Значит, я могу кидать гранаты под ноги, да, своим? Да, можно кидать. Я да? до сих пор не умею отличать чужой огонь от дружеского. Ой, блядь, не успел вернуться. Какой сильный чел, Лорнер кидает. Блин, симуляторы не пиздец скорости. А зачем? Ну, я должен 40 метров пробежать, искупление это сделать. Запредельный шмотку-то тут. Ну, торс вот этот. Твою мать, что так жарко-то, а? Вот так. Ой. Кто-то хотел мне тащить, да? Случай. Ну здесь из плюсов собаки не такие страшные, как ассасины в Вермике. Правда, их тут сильно больше. Ибо. Да-да. А кто тут считается зараженными, кроме собак? Вон там зеленые. Только собаки зеленые и все? Не, зеленые. Ой. Собаки еще. К собака. Сами по себе. Заковали. Эй. Меня в сетку и пожарили. Пожарили. Я так и не научился этих самоубийц отталкивать вовремя, чтобы не получать урон. Ай, блять, ёбаный ряд. Это, блин, там еще с сеткой бежит. Так, снайпера снял. Йо, все-таки меня бомбануло. Блин. Так, Евгений Витальевич. Успеешь? Ага. Ну, спасибо, успел. Ну, успели, успели. Вот ну, чё сам, ну симулятор опять красный, мне надо синий, блядь. Я прям возле аптечки нахожусь, медстанции, но у нее один заряд. Так мило от игры, могла бы, конечно, ноль сделать. У меня пакет, но это... я не хочу его открывать. С соком? Да, с медицинским соком. Раз вы не хотите. Я тоже с... пакет этот. Чемоданчик. Чемоданчик фиолетовый не убирает. Так, где-то там демонюха. Вы хотите подраться с ним? Не, я под. Она кто сразу... сагрит, тот и ну, подерется. Нормально. Вон она, обходим по краям. Ко мне. Ну это же чисто ведьма с Лифтфодеда. Ну да.
не стесняются воровать, конечно. Ну, лофтач, как бы это классика, а классики брать не стыдно. Классики всегда в моде, да? Только лучше. Верма это, в общем-то, полная, чуть более чем полностью стыблена. Но зато со своей... А как нам обойти-то здесь? В окно выпрыгнуть? Да. Пускай они к нам заходят. О! Еще два раза надо попасть в элиту. Ой, сейчас взорвется! Пиран прям из воздуха появился. Что, разбудили? Это желтые, надо синие. Надпись босса появится. Так. А блин, что ж тебе так? Мимо зомбей. А шахт придет. Ой-ой, нафиг кто туда полез? Ёлки-палки. Давайте уходите оттуда подальше. Ой, блин, вот это я вот зря сделал. Чё тут до хрена всех? От Хикс тоже не беги, как бы. Не играйся в свою сынника. Я не успел крикнуть тебе. Ай, всё. Пань! Это такая миссия, что нужно потихонечку ходить. До хрена всех будет и... А с другой стороны тоже бежал один дробовик и пулеметчик. Вот, снял этого. Это простой был. Так, да, чемоданчик. О, не надо. Это же не стагерящаяся версия, твою мать. Вонючие зеленые мобы. Там еще двое пулеметчиков. Жаль, я связанным не могу крикнуть. Ты... А чем тебе Дискорд плох? Не, я бы сейчас крикнул своим этим командным голосом, чтобы ты встал и развязался. Мы же рядом тут сидим. Тут и так курорт. Тебя вроде бы пленили, а ты еще с половиной боезапаса и с тем же оружием остался. Спасибо. Спасибо. Ай-яй-яй, больно. Блин, стимуляторы. До конца. Стимулятора синего нет пока. Так. Что тебе нужно делать? 40 метров пробежать. Бычий натиск надо 40 метров. И с помощью этого синего стимулятора делается. А что это тебе даст? И что с стимулятором? Это я говорю, нужно синий стимулятор колоть. Вогрина. И 40 метров надо, чтобы бычий натиск сработал. Запредельно стрить шмотку на закрытой комнате. Вот что дают. Какую-то уникальную? Ну так данные изъяты, ты посмотри потом в искуплениях, там увидишь, что там это дают. Это скин? Ну часть это на одежду, да, второго класса. На запредельность. Там они какие-то очень замороченные, эти ачивки. Ну, они замороченные, там какие-то, да. В закрытых лобби обязательно делаются. Чё-то. А вот раньше было без закрытого лобби, а потом они так сделали. Так,
там еще один. Не ругайся, враг не даун. Его хороший го. Но он вернется. Да, он сейчас там будет. А мы его не ждем. Нам он нахрен не нужен. Интернет ваш. Патроны все передают. Да. Зачем нужны патроны, если есть камни? У меня нету камней, мне. Ну а что там? О, гранаты, блин, нужны. Тоже надо гранату. Тоже на камне гранаты не нужны. Отлично. Черт. Чтобы чипку выполнить, граната нужна. Ой, приветики. Не стукай! А ты прыгаешь. О, медстанция. Еще запустить надо, правильно? Медстанцию? Батарейка. Вот же медстанция, где я стою, вот. Она прям с батарейкой уже все. Так она уже, да. А ты что, да, думал, батарейку таскать будем, думал? Нет, 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 мы здесь эти заразу очищать. Я поэтому говорю, есть же медстанция с батарейками. Но а таскать там... типа и активировать, да. Оттаскать и активировать, да, есть такие моменты. Нормально у вас шотганы на весь зал бьют, пацаны. Хорошо придумали. Ох, как много их, так много, ох, как много. Про боль сразу понятно, когда тебя начинают чмрить все NPC буквально. Ну да, по факту. Поинтересоваться, кто такой Евгений Витальевич? Почему ты назвал Огрина в честь? Он на моего учителя по ОБЖ похож, и которого создал перса. Я вон рассказывал. Евгений Витальевич, можно вашего внимания? Там еще Хикс зайти вас. Спасибо. Мне прям в жопу стреляет, а? Зачем так? Пойдем. Чтобы эффективно же было, очевидно. Ну, я к нему задом лежал, он стреляет прям по булкам. Знаешь, как солью стреляют ворам? В саду, да. Чтобы в яблоки не воровали. А так, да, я создавал Огрина именно под своего препода школьного. Какая ненависть стойкая. Но если бы он играл в Dark Tide, мне кажется, он бы наоборот сказал, о, я для тебя это авторитетный оказался. Препод. Звучит, как будто бы трудовик. Не, он препод по УБЗ был. Такой же, блядь, здоровый, блядь. Так, Хикс, не расходимся, обратно и сюда. И такой же красивый? С усиками.
Я в лифчике. Я не знаю. Лифчики? Ну, лифчик приехал. А. Я... А, лифчик. Я думал, ты говоришь лифчик. Это было бы странно, не. Да я уже реально так стою, вот это задумался, что есть лифчик. Это было бы слишком модно для меня. Это да. У меня препарат, укол зеленый. Надо вколоть, наверное, да? О, нет. Ох. А это было больно. Опа, снайпер. О, патроны. Лег. Так, у тебя. Ай, блин, у тебя патронов нет, вот ты. Да ничего, пропустил. А что такое патроны? Что, есть патроны? Патроны, гадки, кишечные слова. Патроны это эти, да? Кто на Патреоне подписывается? Патроны это манозаменители. Просто подержал кнопочку, охладился, все, тебя патрон. О, граната. Я ж поэтому и начал за псайкера, потому что сиен. Буквально. Ах вы с... собаки, а. А потом оказалось, что псайкер занерфили, он почти не играбельный, здорово. Да, нормально вроде. Ну, там... ну, естественно, он должен быть команде с другими. Все билды, которые на сейчас советуют, они с пушками совместны. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я хочу магию, я не хочу пушки. Я там все перекусился, помогите. Тварь укусила. Спасибо, очень выручил. Кого там? Ай, Хикс, ты неудачный. Ай, блин. Сеточка. Еще сеточка это, да. У меня, походу, опять 20. Радоваться, падла. О, тут, блин, бежит к вам. Ага, хорошо. Кого кинуло? Меня выкинуло. Вот, блин. Прям... Да, сейчас переподключусь. Да, это 24 ошибка, она задолбала. Она ни с того ни с сего бывает появляется. Вот что-что, а с сетью в этой игре у меня проблем пока нет. Что? Что в этой игре? С сетью проблем пока не было. Ну вот если зашел в игру, то ну, все, ну, нормально. Ну это проблемы с серверами непосредственно этого. То есть там получается Dark Tide и Vermintide немножко по-разному сделаны. Ну да, там Vermintide серверов нету. Да, Vermintide там на соединение самих игроков рассчитывает. Тут какой-то здесь, такой. Да, здесь лучше, конечно. С одной стороны легче, с другой стороны вот такая херня может тоже случаться. О, не надо мигрировать хоста, какая-то глупость какая-то. Собака. Ну зато если игра внезапно закончится, то... Да все. Еще раз кину.
Да, опять выкинула, походу, но да уже задолбало. Если насколько сложно здесь серверная инфраструктура, может, можно повторить. Это вообще ошибка, когда как может быть? В любое время может произойти. Причем это не только у меня, это у многих такая проблема оказывается. Ой, ой, нет. Оно еще зеленое. Вашу машу. Оно обязательно ко мне идет, а? Вот ты ж сволочь. Что я тебе сделал, отродье? Ой, блин, там еще с другой ты стороны. Ты его не любишь, этого достаточно. Ну, оно здесь хотя бы не хилится, если плюс. Конечно, очень удачном месте. Здесь боссы иногда так спавнятся, прям. Около старта по две штуки был дело. По две штуки, это скорее всего ты попадаешь на этот. Сзади сеточник. АБ-тест. Но в целом, конечно. Ну ладно, это Maelstrom миссия, поэтому. Не так. Спасибо. Можно помочь? Иду, иду. Я, конечно, бегаю от этого замечательного отродья. Ох ты, черт. Удалось мне до тебя докричаться, что ли? Ой-ой-ой, сейчас взрыв будет. Что? Я что-то застрял в текстурах. Давай. Не понял. Ты видел, я застрял в текстурах? Не успел. Ай-яй. Я не от огня умер. Мне сейчас этот сволочь снесет, если так она будет. С броней, сука. Это баха, да? Отстань, собака. Надо броник не умереть как-то. Так, вы внизу, да? Да. Походу у нижнего. Нижняя медстанция. А, нет. Спасибо. Я хотел перехватить что-то. Куда ты меня швыряешь, мразь? Плохой мутант. Так, концентрации нужен, да, или чего, или скорости? А, скорости нужен, правильно? Да, да, да. Именно скорость надо, да. Ой, черт, уродец. А, вот это... Это, вот это... Тут аптечка. Ну что здесь хилки в слотах зелья, это, конечно, интересно. Он такой, похоже на верментит, и не похоже. Я еще подумал о том, что цветовая гамма немножко по-другому. То есть это зелье концентрации, то есть это фактически фиолетовая бутылка верментида. А здесь оно желтое. Так, Хикс, иди подлечись. Или ты. Или, да, иди подлечись.
Мясо, мясо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин, а? Я перегрелся немножко на солнце. Ой, извини. Ох. Да, блин. Ой, блядь. Еще это с другом. Ой, только что поделился. Очки. Ой-ой-ой. Суисайдер. Еще один падет, я умру. Сейчас отходим. Вот. Отходим, отходим, отходим. Ящик пустой, бляха-муха. Да. Солдат без патронов. Там же аура. Классно. Или ты не такой солдат? Еще солдаты-инвизеры. Что? Ну, солдаты же можно инвизеры собрать. Чтобы он патроны не носил. Угу. Патрон же, по идее, самый, наверное, полезный. Где? Кто? Кто? Кого? Мне по голове стукнули. Ой. И там больно. Очень непривычно, что некоторые атаки, в принципе, не блочатся. Да, есть такое. Блин, подловили. Меня съели вкусно. Так, ай, хикс, сука. Сзади, сзади. А. Спасибо. Ай, блин, да этот откуда взялся? Нет. Просто через ящик стреляет. Ай-яй, кусай. Ожидаю. Нет, шавка. Баллонка, блин. Она меня повалила. Зелененькая такая. Ай, блин, кто красивая там? Кто там, блин? А ты меч заводишь? Да. А то я видел Огрина с электродубиной 30 уровня, который не включал электричество. Не-не, я постоянно подключаю его. Это выглядело очень смешно. Вроде большой чувак должен понимать, что делает. Но на то он и Огрин. Да, кнопочку нажать не может, сложно. Ну да. Огрины бывают разные. У них вроде интеллект 4-летних детей, не настолько же они крутые. Это, по идее, плюс-минус интеллект обезьяны, так что. Все к нам. Там еще дробитель идет. Вали от меня. Да, блин. Босс.
улитка. Ой, ёб твою мать, там этот вылез, босс. Ой, тут не мётчик, тут огонь обычный, да ну вас нафиг. Что происходит? Ой, блядь. Собака. Барабак. Улитка, помоги, скинь с меня собаку, улитка! Не знаю, кто он просил. Это я. Почему все боссы за мной гоняются постоянно, а? Ну, урона вновь гоняются. Вообще любви обидно. Это же Нургл. Нургл добрый. А, дедушка. Самый щедрый из богов хаоса. Ай-яй-яй, сука, у меня схавал. Пидорас. Я не вкусный, сука, урод. Как? А ты себя он считает иначе. У него другие критерии качества. Ну типа Оглин же большой, там мяса много, кожи, теле. Вот, много разлагаться может. А я вообще без патронов. Пойду на прорыв. Еще один, вы что, издеваетесь? За всю эту катку ни разу синего стимулятора так и не было найдено. Как-то подозрительно, наверное, не поняли, что я хочу взять. Вот они не дают мне этот стимулятор. Ну да, там искупления остались. Давай же, поехали. Ему синий не даем. Надо синее. Это как сены тоже надо для искупления. Ну, искупление, ачивки это две синих фиолетовых бутылки. Блин, как только начинаю играть за Сиенну, ни разу, блин, не только в этой самой башне предательства. А ты, бляха, муха. Меня тут в сеточку зажали и жарит. Так, кого-то уронили, надо помочь. Есть еще патроны, вот. Это сетка с прожаркой. Не говори. Мангал. Вкусно. Почувствуй нашу любовь. Говорят, человечно вкусное. Но проверять мы это, конечно же, не будем. Ну, закон запрещает. Да вроде и без этого это не очень полезно. Мозги не стоит, там проблемы. Затрахали, а? Так. Два взрывуна, вы чё? Хорошо, что только один меня попал. Один спас от второго. Добрые ребята. Душевные. Да. Медицинский стимулятор надо. Нет, спасибо, не надо медицинский. Хикс, тебе надо. Хикс. Фиолетовую эту херню уберет? Да. Да. Да, скверну, да. Он для этого и нужен, в принципе. Тогда это самое. Олим. У меня тоже только два этих штука. Потому что я жадный. Я мог взять брелок на падение, но я хочу щиты. Ну, брать правильно мне сказал тогда, оно как бы упалка о двух концах. Вроде попыток встать больше, зато здоровье меньше будет среднего. На здоровье это вообще ж никак не влияет. Берешь на щиты, это что? Ты ж не Огрин. А я тут буду стоять и ловить. Ну просто по моей логике восполняемый ресурс увеличить полезнее, чем невосполняемый. А я, видите, что делаю? Стою, режу. Колбасу? Да, вот. Веселая нарезка детей. Да. Ручная нарезка голов.
как. Ну это сцена из. Как там, Звездных войн. Веселый нарезка детей. Понимаете, как хотите. Почему, когда до тебя появляется моб, звук, как будто сейчас тебе плюнут в спину? Сзади? Ну нет. Ох, бля. Вот да. Я напугался этого очень. Ногрена имба, им не сбивают починку примуса. Это очень удобно. Такой антиберсер. Поэтому чинит всякое в основном, собственно, огрено. От маленькой атаки ничего не будет. А другому все сломает нахрен. А тут надо взламывать терминалы, да? Чинить. Давай, давай, я это. Так сказать. Я уж не знаю лорно, что они там делают. Я тут пальцем дрочу, как-то режу этих, блять, двери. Dead by Daylight при Собянине не выглядит охуительно. А ты их лицом всегда? Внизу. Заметили, почему не так много ботов стало? Потому что я стою в этой местности и просто тупо режу. Там можно в дверь встать, да? Да, вот так. И тупо. Санитар леса. Санитар подземелья была такая вещь. Была. О, патроны. Когда уже сломается этот инкубатор, чертов? Почему нельзя просто пострелять в него? Где двери, патроны Кикс? Да ты возьми, у тебя совсем мало, у меня еще. У меня нормально. А у тебя оранжевый. 5 самоубийцев. А, это у тебя гранат нету. Точно. Ловушечек чуть не поймал, офигеть. Угораю. Это он существует. Ох, мутант вылез, вот тебе пизды дал. Сука. И примус сломался. Ох, тох, тох, тох. Тварь, она чуть меня не ударила. Больно. Очень было больно, да. Все, отходим. Все, миссия завершена. А, куда отходим? Можно а, спать практически, пойти. Практически. А, ребята, я застрял внутри у них в бездны там, в текстуре, я застрял внутри. Все, нет смысла, я застрял. Я там внутри, видите? Я их тупо внутри стою, сука. Смотри, ты так рвался за эту дверь, что? Ты прошел. Дать ему умереть, все. А знаешь, как это произошло? А, мутант этот. Вот он не мешай. И закрылось. Не мешай ему помереть, если не сможет быть плохо. Короче, давайте я. А не, их нет. Надо как-нибудь помереть. Блин, зря я их убил, ебаный рот. Это че за фигня-то? Как я что-то никого не слышу, а где меня? Подожди, знаешь, что сейчас тогда? Наверное, просто мне как бы... Куда здесь, типа, блин? Alt F4 перезайти к вам, переподключиться. А зачем Alt F4 это? Просто отключить и все. А я сейчас как, если я выйду из игры, потом этот, типа я не перезайти не смогу. Alt F4. Сейчас я перезайду. Давай, давай. Короче, этот, блядь, меня мутант взял, короче, к ним туда внутрь выбросил. Я такой, нихуя, нормально. Ну, есть нюанс. Да. И бот здесь. Да-да, не заходите сейчас внутрь, сейчас я...
Я еще думаю, что такое, почему я выйду, где я нахожусь, а просто меня выкинул внутрь, блин, туда. Это я недавно видел кого-то на стриме, не помню, кто-то проходил Ведьмака, по-моему, первого. И там момент был, когда заходишь, там типа дверь, переход между локациями двумя, в домик. И чувак зашел и сразу начал отступать от мобов. И получилось, что вот эта дверь, она вытянулась куда-то, в никуда, по сути. И лут весь, который он выбил, он остался в нигде, и он такой, не, я, говорит, буду перезагружать нахер это все дерьмо. Я, говорит, так не согласен. Зато зачизил легко, типа, отступал, по одному бил. А там, типа, квадратная комната, там некуда прятаться. Зачизил хорошо, только никакого лута. Все, погнали? Погнали. Так что такое много где бывает. Странное. Вот это вот. Неведомое пространство. Мне вот только покоя не дает. А здесь нормально лифты сделаны или как обычно? Да нормально вроде. Потому что, ну, как обычно, это когда лифт стоит, а локация вся едет вокруг себя. А, так карта типа движется. Да, обычно так раньше делают. По-моему, вроде не поднимается лифт. По-моему, мне кажется. Ну, визуально ты никак не определишь это. Да. Ну, интересно же. Всякие, по-моему, в Fallout'ах вот в этих всех, там, где локация просто едет. Ну да. Голова поезда. Это замечательное решение. Просто. Надо что-то сделать, сделать быстро, если она не используется, то... Шляпа. Ваша шляпа великолепна, сэр. Ага. Такой принцип программирования, типа, Ягни называется. You ain't gonna need it, типа, тебе это не понадобится. Типа, сделал, работает, не трогай. А если будет... Написал код, не понимаешь, как он работает. Но если он работает, то... Нехер того это самое. Выеживаться. Только ради какого-то. Да. Да. Вот как-то так. Ну что, император хоронил? Мы прошли это. Лаги, да. Товарищ, по команде. Да.